совершенно мирный объект, никаких военных нет, никакой военной инфраструктуры нет. Просто солнечная электростанция. Истребительная авиация за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25 украинских воздушных сил над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенково Харьковской области. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Орехово Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.